Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Артисты театра Натальи Бондаревой встречают особенных зрителей. Детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям в преддверии 23 февраля показали постановку, посвященную легендарному адмиралу Федору Ушакову, который в начале 21 века был официально признан православным святым. А чтобы детям было интересно и понятно, выбрали самый демократичный жанр – сказку. Мы занимаемся с детишками, помогаем им через сказкотерапию решить свои проблемы. И я опять же повторюсь, я очень рада вот этим нашим встречам, потому что они дают результат. После этих встреч мамочки нам говорят, что детишки становятся спокойнее, они начинают спать. То есть все-таки организация, спокойная организация вот этой нервной системы, она, видите, как дает свои результаты. Синее море, корабли, путешествия. Простыми словами, яркими декорациями до юных зрителей постарались донести важные ценности и рассказать о значимых исторических событиях. 23 февраля – это мужество. Это защита, это какая-то такая любовь, искренняя любовь к своему Отечеству, что хочется просто вспоминать тех людей, которые положили свою жизнь за нас. Эти уютные творческие встречи помогают социализации особенных детей. В театре Натальи Бондаревой к детским сердцам легко находят нужный ключик. На этот раз историю об адмирале Федоре Ушакове рассказывал ребятам задиристый и смешной рыжий кот. А ты когда-нибудь видел кота в ярости? Нет. Вместе с ним ребята узнали о великих сражениях и подвигах, научились ловить рыбу настоящими удочками. Искренние эмоции детей дают и самим артистам то, что невозможно переоценить. Не только мы им даем любовь, но и они тоже делятся настолько ярко своими чувствами, что и нам это помогает жить. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».